Арт-проект «Русский калейдоскоп» стал продолжением культурной дружбы Твери и Бреста. Очередная инициатива призвана раскрыть творческое разнообразие этого российского региона, показать, как много общего у людей искусства двух государств. Меня подкупило то, что в этом проекте представлены несколько направлений российской культуры. Это прежде всего художественное творчество, второе – это прикладное творчество, это изделия, очень красивые изделия торжокских золотошвей, и плюс еще песенное творчество. Организаторам мероприятия удалось совместить несколько творческих составляющих. Брестскому зрителю была представлена выставка работ тверских художников, выполненных в технике пастели. Удивительные пейзажи раскрывают многообразие края, показывают его красоту, изящество и некоторую схожесть с белорусской природой. У нас один воздух, одна атмосфера, одна земля, одна и та же природа. Хотя, конечно, с небольшими изменениями, но, в общем-то, любую, наверное, эту картину можно подписать, что это, условно говоря, Могилев, Гомель, Брест, Минск, и никто ничего не удивится. Потому что, ну, такая, в общем-то, у нас очень характерная природа, с одной стороны, а с другой стороны, она такая слегка обобщенная. И понятная любому и российскому, и белорусскому зрителю. Для тех, кто вдохновился работами, художник Владимир Васильев провел мастер-класс. В своем большинстве гостями открытого урока стали учащиеся средней школы номер 10, где изобразительное искусство изучается на повышенном уровне. А для тех, кто ценит аутентичность и ремесленничество, организаторы арт-проекта «Русский калейдоскоп» привезли выставку работ торжокских золотошвей. Старинная техника вышивания за почти три столетия своего существования не потеряла популярность. Сегодня она является своеобразным историческим наследием Тверского региона. Это уникальный промысел тверские золотошвеи, который работает в Торжке. В этом году запущен проект «Золотой путь», и эти изделия демонстрируются во многих городах Российской Федерации. То, что явление уникальное, вернее, производство, оно существует с начала 18 века, и сейчас оно имеет промышленные масштабы. Ценители хорошей музыки ждали свои подарки. Перед брестской публикой выступил талантливый тверской музыкант, автор и исполнитель Дмитрий Яковлев. В репертуаре композиции разных поколений и времен. Главный критерий подбора – душевность и чувственность. Я уже заскучал по столице, а прошло всего две недели. По знакомым прохожим, по лицам, по которым скучается мне. Россия, она, даже само слово, как бы рассеянное, ну, широко расселяется население. А вот песня, она позволяет собирать людей, объединять, на каком бы расстоянии они друг от друга ни находились. Арт-проект «Русский калейдоскоп» смог открыть брещанам неизвестные страницы из жизни тверской интеллигенции, показать и рассказать, как развивается творческая жизнь в крае. Окунуться во все это многообразие могут и те, кто по разным причинам не попал на торжественное открытие. Выставка будет доступна для обозрения до 20 декабря.